Новая запись, пятница. Сижу на дереве, пока все спокойно. Но Мина говорит, они прилетят. У меня сачок наготове. Билли, они рядом. О! Боюсь, это серьезно. Класс! Танксер ушел! Что это? Не знаю, но очень похоже на... Я застрял. Я сейчас. Скорее, Мина! Поразительно. Они объезжают динозавров. Папа, Билли держит большой камень в откатчу. Идемте. Билли, что вы там делали? Супей, тебе же нельзя туда одной. Я была не одна. Со мной был Билли. Мина, скорей, отведи нас к Билли. Это не дело, Айара. Папа, прошу, ведь Билли мой друг. Чоса, Ремлак, за мной! Билли, ты в порядке? Вроде да. Просто не повезло. Ну-ка, взяли. От этого все пройдет. Спасибо. Это то, о чем я думаю? Гордость Молли. Билли, это самолет Джека. Ну и ну! Это самолет вашего супруга. О, Джек, где же ты сейчас? Мама! Мама! Папины часы! Подарок на день рождения. Мейпл Вайт? Он был в самолете. Он об этом не говорил. Куда?
Куда ты, мам? Я просто придушу эту змею. На нем еще можно летать? Давай-ка его осмотрим. Что у вас за шум? Всегда любил рыбалку, но ловить крылья мне не приходилось. Я не вижу на нем повреждений. Итак, удача наконец-то нам улыбнулась. Теперь мы выберемся с этого плато. Нам повезло, что Билли нашел самолет. Но чтобы его починить, нужно не только везение. Так или иначе, надеюсь, мне удастся сделать другое крыло. Тут на плато в материалах нет недостатка. Вы что, надеетесь поднять его в воздух с помощью медвежьих шкур и каменных ножей? Я не нашел в кабине рычага управления. Подозреваю, что наш друг Мейпл Уайт знает куда больше, чем говорит. Что если мы нанесем ему визит? Я пойду с вами. Как ты можешь это есть? Что за мерзость? Без еды я долго не протяну. Молли, какой приятный сюрприз. Поужинаешь? Вы лгали. Ого! Вы были внутри самолета Джека. Вы знаете, что произошло. И вы мне расскажете. Папа! Эй, наш самолет! Быстрее! Прибежите к нему, лианы! Вот бы изучить это животное! Какая возможность! Держи! Крепче! Не удержим! Кавалерия подоспела! Эй вы, дайте же ему встать! Не обижай девушку, проходимец! Эй, подождите! Вы не так поняли! Это мне нужна защита! Дамочка свихнулась! Ты расскажешь мне всю правду! Советую сделать, как она говорит, друг! Мы не сможем удерживать ее долго. Ладно, вам нужна правда. Слушайте. Мы попали в ужасную грозу. И Джек... О, Джек всегда был трусливым ничтожеством. Мы сбились с курса. Я не знаю, где мы сейчас находимся. Что будем делать? Что будем делать? Ну-ну, Джек, не бойся. Я точно знаю, где мы. Учись использовать свои мозги, Джек. Я не всегда буду рядом. Ладно, пусти-ка меня за штурвал. Мне все это не нравится. Дело плохо. Совсем плохо. Плохо! Мэйбл Уайт, вы нас спасли. Без сомнения, вы самый лучший пилот во всем мире. Да, я же говорил, что найду затерянный мир. Но это еще не все. У нас один двигатель и горючее на нуле. Мэйбл Уайт, спасите нас! Ха!
Скорее спасайте свою шкуру! Я уведу самолет подальше, чтобы спасти деревню! И Джек, помни обо мне! Выпустите меня! Я хочу туда! Я не могу! Я не такой храбрый, как вы, Майкл Вайт! Я прыгнул в последний момент, Джек так и не решился. Он остался внутри. Никогда не прощу себе этого. Но деревня Аяра была спасена. Ах ты! Это все ложь до последнего слова. Тут есть и правда. Летающий зверь завыл в небе. Он шумел, как будто умирающий Мамно. И вдруг двое вывалились прямо в воду. Мы не смогли приблизиться к зверю. Нас опередили люди-обезьяны. Наши воины напали на них. Король-обезьян обладал могучим оружием. Длинной палкой с тяжелым сверкающим металлом в виде наконечника. Больше мы не видели летающего зверя. Вот и все. Джек! Палка короля обезьян похожа на металл. Может, это был рычаг управления? Вопрос в том, у них ли он сейчас. Да, король сражается им. Мейпл Уайт, откуда? Вы его нашли? Да, но... И как он, на нем можно летать? Слушайте, ему требуется серьезный ремонт, а у нас нет механика. Так, так, так. Вам крупно повезло. У меня есть как раз тот, кто вам нужен. Ни один из вас близко не подойдет к самолету моего мужа. Я понимаю вас, Молли. Я тоже им не доверяю. Но просто подумайте об этом, ладно? О чем тут думать? Я лучше останусь здесь, чем дать им притронуться к нему. Они пара проходимцев. Но механик, который починит самолет, это как раз то, чего нам и не хватало. Рокстон прав. Для полета через горы самолет надо как следует отладить. Только чтобы выбраться отсюда. Но я буду за вами присматривать, знайте. Если они улетят, они могут принести беду Аяра. Но они будут рады увидеть дом. Да, но вдруг они приведут других. Наши копья их остановят. Воины есть воины, Рамнак, но они не всегда мудры. Мина должна положить бусинку, которую выбрала. А если я выбрала неправильно? Тебе придется жить с этим. Он летает на крыльях? Конечно, не на крыльях. Это сложная машина. А что это за штука? Это пробка. И не трогай ее. Иди, поточи копье или еще что-нибудь. Ты мне мешаешь. Браво! Хай да механик у нас. Эй, ты! Ты ведь все починишь, так? И без шуток. Ну что вы, я просто проверял топливный насос и все. Ах, насос. О! А? О! А! О! Самолет! Просто феноменально. Такая громадина. Я видел подобное поведение у слонов в саванне. Они прижимают уши и убегают при виде кричащих аборигенов. Травоядные. Вам наверняка не терпится смыться без нас, Колдером. Что за чепуха, Мейпл Уайт? Это куда больше похоже на вас.
Волноваться не о чем. Это будет гарантией для всех. Теперь никто не улетит, пока обе стороны не будут согласны. Не ждите, что я приду прощаться перед полетом, дамочка. Вот еще. Первыми улетим мы с Билли. Если бы не я, самолета вообще не было бы. Либо я буду сидеть на месте пилота, либо Колвер прекратит работу. Никто никуда не полетит, если мы не найдем горючее. Да. Какие идеи? Что ж, у нас нет нефти, чтобы получить бензин, значит, придется обходиться чем-то другим. Нефти? Мы с Миной видели большие ямы, полные грязи. Они пахли похоже на нефть. Смоляные ямы? Верно, Билли. Это может подойти. Пойдем, покажи ко мне. Так, а пока мы пробуем отнять у обезьян рычаг управления. Наверняка рычаг считается у них символом силы. Найдем его, найдем и их короля. Вижу. Скоро у него отнимут игрушку. Это самый идиотский план, какой я только слышал. Да? А я всегда считала вас королем обезьян, хоть я и не отсюда. За работу, старик. И удачи. Эй, приятель! Все идет по плану. Отлично. А теперь паук поймает муху. Это куда проще, чем играть в ракету. Надеюсь, это сработает. Ничего, начинай вылизываться, и к завтраку вся грязь сойдет. Эй, на помощь, я застрял. Горячо. Профессор, а что мы здесь ищем? Вот, малыш, это оно. У нас есть топливо. Рычаг на месте и отлично работает. Да. Теперь можете отдать нам детали. От винта. Механик, что надо, ничего не скажешь. Я не понимаю, все приборы в порядке. Что ж, наверное, Колвер забыл какую-то мелкую деталь. Уже поздно. Завтра попробуем еще раз. Все у тебя. Убери. Погрузим вещи и отправляемся. Что происходит? Наш самолет! Мы продадим сведения об этом месте и разбогатеем. Мы будем скучать. Колвер, возьми управление.
Знаешь, я этого не хотел, Робсон. Что? Они падают в озеро. Туда! Скорей! Не понимаю. Мы сделали все правильно. Мы должны лететь. Лучше заткнись. Держитесь, посадка будет жесткой. У них не получится. Удалось. Скорей! Сюда! В озере кто-то есть! Скорей! Ну, скорее! Плывите сюда! Сюда! Плывите быстрее! Скорее сюда! Золото на дне. Ты хоть когда-нибудь заткнешься? Что случилось? Мина, что ты сделала? Мой народ боится, что придут другие. Я взяла деталь, чтобы вы не улетели. Я хотела спасти Аяра от беды. Я приняла решение. Выше нос, Мина. Ты сделала все правильно. Кто знает, что сделали бы эти двое, если бы им все удалось? Никто не знает. А ты не узнаешь, что случилось с твоим муженьком. Переведено и озвучено компанией New Media в 2010 году.